Рюкзак Синти. Материал полиэстер, полипропилен. Размеры 32 на 34 на 16. Внутри два кармана, один на молнии, один без. Я заказывала такой рюкзак Синти в розовом цвете. Так, вот этот рюкзачок у меня. Как он выглядит на самом деле, да? Так, заказывала я его в третьем каталоге 6 месяцев назад. Все лето его относила. Так, ткань. Тканевый рюкзак, сразу видно, да? Что-то похоже на баллоньку. Розовый цвет, заклепка магнитная. Два шнурочка таких вот задергивать тут. Так, выглядит вот так. Тканевое дно. То есть рюкзак форму сам не держит. Он держит за счет наполнения формочку. Так, лямочки черные, хорошие лямочки. Что-то такое синтетика, но плотное, плотные лямочки. Так, металл. Ничего с ним не случилось за полгода. Не заржавел, не почернел. Золотистые вставочки металлические. Вот такие. Так, внутри ничего не порвалось. Прошито все, в принципе, хорошо. Швы ровные. Вот карман на застежке один. И второй большой вот такой карман. Помещается много. Рюкзак, в принципе, очень даже объемный. Большой. Вот я ношу в сад, например, детские вещи, да, беру там курточку и велишки легкую, штанишки и что-то еще запасное, из еды можно что-то положить. В принципе, все помещается в этот рюкзачок. Вот такой рюкзачок. Для лета самое то. Он такой веселый, розовый, легкий и вместительный. Мне понравился.